Для нас это очень почетная миссия. Мы будем представлять Гродненскую область. И поедут несколько человек. Если конкретно, то это 7 вокалистов, 7 сильных вокалистов эстрадной студии «Акцент». Мы будем исполнять композицию «Пока мы молоды, пока мы любимы». Это песня о молодежи, о достижениях, о творчестве. Конечно, это очень волнительно. Нам бы хотелось занять призовое место. Мы к этому стремимся, потому что наша студия постоянно участвует в фестивалях, конкурсах различного ранга – международных, национальных, областных, республиканских.